Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня. Песни из советских популярных кинофильмов. Их не просто знает, а любит, причем не одно поколение зрителей. «17 мгновений весны», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Служебный роман», «Жестокий романс», «Бриллиантовая рука» и многие другие самые популярные. Это знаковые песни, мы их слышали кто-то в детстве, кто-то в юности. Прекрасные романсы Андрея Петрова из кинофильма «Жестокий романс». Ну, песни советских времен, которые сейчас прозвучат на концерте. Старые добрые песни с хорошей мелодикой, с хорошими словами. Солисты Сочинской филармонии исполнят песни в сопровождении оркестра народных инструментов «Русский сувенир» под управлением Вячеслава Абрашкина. Сегодня музыканты добивались гармоничного звучания каждого музыкального произведения. Публику ждем разную, потому что действительно, ведь вы сами понимаете, что популярность советского кино – это неопределенный возраст, его любят все. Для солистки Сочинской филармонии Елены Маленьких участие в концерте важно и значимо, поскольку она выросла под песни советских лет. Они мне очень дороги, потому что они очень добрые. Они наполнены очень глубоким и светлым содержанием, которого в современной музыке, мне кажется, очень не хватает. Концерт киномузыки состоится 23 мая в Зимнем театре. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.